Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители моего канала, с вами Михаил, Снайпер Элит 3. Наконец-то я до него добрался, еще у меня просили эту игру, вот, и все же решил взяться. У нас будет сейчас Человек-паук, потом будет Снайпер Элит, Резидент, вторая часть, изредка, то есть я ее до конца хочу пройти. Ну и Живая сталь, я про нее, как бы это самый главный гость нашей программы. Мы потеряли, в общем, смотрим заставочку, но моя работа привлекла внимание постепенно вылетает разведки. Иногда, так что я не знаю, в чем дело. Они следят за генералом Францем Валеном, безжалостным протеже Гитлера, который был направлен в Африку пока с неизвестным заданием. Их агент в окружении Валена молчит, и они хотят узнать причину. Мой первый пункт назначения — оазис Габерон, транспортный узел Оси. Через него проходят отряды разведчиков и шпионы. Мой союзник — темнота. В этом районе несколько офицеров. Отсюда я и начну поиски. Темнота, значит, да? Вокруг несколько холмов, как раз для моей винтовки. Если Вален был здесь, он оставил след. И я его найду. Ну что? Как-то выбирается, нет? Элитный снайпер. Давайте посмотрим. Новый предмет. Так, выкладка. Выкладка — это что у нас? Чарли, Дельта. Это оружие у нас? Изменить предмет. Оснащено. Хорошо. Не могу пока. Ну, это группа, я так понял. Оснащено. Чарли. Давайте браво. Хотя все одинаково, я не вижу разницы. Ладно, может, со временем все будет по-другому. В принципе, что в начале было, когда мы начали проходить, то и тут сейчас. Ну что, грузись. Будем ночью биться. Перебьем их всех ночью, в общем. Аж ночью даже это к лучшему. Ну давай. Покажи нам, где мы находимся. О, луна. Красота! Ну, поехал. Давай, чтобы тебя не видно было. Оу. Давайте возьмем пистолетик. И этого так можно. Отлично подойдет, чтобы скрыть звук выстрела. Когда виден такой-то знак, ваши люди не будут слышно. Это я знаю, да. Но зачем мне его? Можно и так убить. Опа! В ближнем бою намного приятней. Давайте у него посмотрим, что в карманах. Динамит, отлично. Это что за пшикалка такая? Аккумулятор, что ли, походу? Скорее всего, да. Так, убить. В этом месте лучше достать бинокль. Бинокль? Круто. Бинокль. Сейчас мы тебя. Вот этого надо. Нажмите, чтобы отмечать врагов. Мне надо вот этого. Отметили его, нет? Вроде да. Потом, где еще один враг? Потому что во второй части, по-моему, красным отмечали мы их. Я ее, конечно, для канала не проходил, но сам ее очень много раз играл. И, по-моему, один раз проходил, и второй раз. То есть два раза я в нее играл. По-моему, даже два раза проходил. В удовольствие мне было. Фрица вбить. Да и сейчас тоже. Так, ну что? Как мне их
Слушайте, а тут кто-то еще, кроме вот этих троих. Блин, да что такое? Что-то мышка соскакивает, не знаю почему. Ладно. Все же пойдем потихонечку их уберем. Опа. Враги обнаружат вас по звукам выстрелов. Это отражено на полоске смены позиции. Да. Понял. Первый выстрел. Первый выстрел заставит их спрятаться в укрытие. После очередных выстрелов они начнут вас искать, а затем атакуют вашу позицию. Второй выстрел. Ну и третий выстрел. Так. То есть мне один выстрел сделать и спрятаться надолго. Отдохнуть. Сменить позицию для того, как враги приблизятся к вам. И уйдите от точки назначения, указанной на мини-карте. Плохо я вижу. Телевизор опять расположен далеко. Вот, но все же. Сделайте выстрел после удачной смены позиции, чтобы заставить врагов вернуться в укрытие и помешать им обнаружить вас. Сегодня еще голова не соображает. Сделайте выстрел после удачной. Ну, в общем, делаем выстрел, меняем позицию. Делаем выстрел. А, мне кажется, я без выстрела сейчас. Оу-оу-оу. Дружище. Подожди. Опа. И есть контакт. О! Круто! Оценочку сделали даже. А вот эту мы оценочку не делали. Вот сейчас оценочка есть. Понял. Убираем. Давайте на всякий пистолетик возьму. Все может быть. Может он там не один даже. Будем убирать их медленно и верно. Иди сюда. А так вот. Прямо как ниндзя. Так, ничего не найдено. Хорошо. Куда он смотрит? Нет, он не на меня смотрит. Так, быстро-быстро, пока он не повернулся. Если он вообще повернется. Уберем его отсюда. Опачки! Нужно обыскать жестко этот труп. Давайте обыщем. Разведданные назначения офицеров. Отлично. По вашему приказу я приложил карту офицерских назначений в таком-то городе. Как его? Горбуне? Или Габеруне? Вот, извиняюсь. Я надеюсь, что она пригодится вам и генералу Валину. Поближе сесть, тогда мне будет проще. Так, сколько вас еще тут убрать-то? Люблю я такие игры. О, не, тихо, когда незаметно надо. Но тут что-то меня заметили, походу. Успокоится он? Я даже не знаю. Идет сюда, не успокоится. Ну хорошо. Да все нормально. Интересно, он дальше пойдет? Хотя, может, мне его сзади взять? Быстро, 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 быстро. Сейчас он увидит трупа и, в общем, мое укрытие зря. Зря я так хожу. Тихо, 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 братан. Все, походу надо воевать. Да. Лучше бы уйти. Получил. Он бежит. Что я увижу, а, на самом деле? Походу мне кто-то еще засек. Во-о-о-о. Давайте его уберем. А так.
Так, еще парни появились. Нифига, я перезаряжаю, блин. Они же меня сейчас уберут. Прячемся. Давайте уже автоматик возьмем. Не всех я пометил, конечно. Сейчас будет... Будет мясо. О! Убрал еще раз. Сколько вас там? Мри. Еще один, походу, остался. Он на карте показывает одного. Отлично. Так, с патронами, конечно, плоховато, но все же. Что ты мне подаришь? Давайте, может, где у него там автомат-то? Автомат. Нету, походу. Патроны кончаются. Меняем. Гранаты, полный комплект. Хорошо. Я даже не знаю, все-таки свое оружие круче. Мало патронов. А, не на ту кнопочку жму. Эй, давай. Отлично. О, твою медь, вот значит не на ту кнопку жму, да. Все, буду знать. Так, еще тут один трубчик. Ну что ты мне подаришь? Окей. Можно еще на вышку залезть и там показать особый класс снайперства. Так, никого здесь, надеюсь, нет. Ага. Давайте посмотрим. А, мне сюда, да? Понял. Вот сюда и побежим. Убить. Хорошо. Блин, в дерево уперся. Я не понял. Оббегаем, значит, все это. У меня опять HDMI, походу, отходит. Смотрим. Ага. Лоханулся немножко. Походу, позицию-то выдал. Ну, парни, сейчас получите. По щам. Может, здесь что-то интересное? А, нет. Хорошо. Значок глаза показывает вашу незаметность. Врагам труднее вас найти, если вы скрываетесь. Скрываетесь. Где ты, Фриц? Я тебя не вижу. Вижу. Самое главное, чтобы он меня не видел. Вот так вот. Хорошо. Все, потерял из виду, да, нет? Все-таки встревожен парень. Слушай, так давайте его. Достал ты меня нафиг. Спалил конторку. Так, давайте возьму пистолет с глушителем. Может, будет какой-то прок? Так, а что это там у нас? А, я думал, это время. Сюда ли я иду вообще? Нет. Хорошо, сейчас вас по одному тут всех уберу. Патронов, правда, у автомата очень мало. 20. Всего лишь 20. Странно, да? Вот на войне столько мало обоим дают. Как-то очень странно. Там полный под завязку надо быть. До зубов вооруженным. С обоимами. С пистолетами, с ножами. Потому что это все, наверное, не наверное, а даже
пригодится. О, письмецо. Нет. Патроны. Так, ну что? Ликвидируйте офицера из снайперской позиции. У вас новое побочное задание. Нажмите М. Давайте нажмем. Так, основное. Побочное. Это побочное будет. Вот они ходят. Подождите. Так, один есть. Понял. О! Давай, давай, давай. А он меня сейчас заметит. А так вот. Спалились, спалились, как говорится. Иди сюда, мой белый хлеб. Сколько у вас там? Походу я труп, да. Ладно. Элитный снайпер, напоминаю вам, мы играем. Твою медь. Да сколько в тебя можно стрелять? Ладно. Давайте. Патронов, конечно, маловато. Там уже на меня сбежались, наверное. Ну ладно. Быстрее их прикончим. Парни разозлились тут. Ну что, тревога, да, еще? Где? Не вижу никого пока. О, все. Усё. Парни успокоились. Потом нам вот туда, по-моему, надо будет. Я не помню, отсюда где-то стреляли еще. Сейчас мы их всех... А, во! Вижу. Вижу, вижу, вижу. Давайте его. Хопа, расстояние подозрительное. Нет, 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 только не на меня. Пусть он тут ходит. А вот там что такое? Ага. Опасная бочка. Вышечка. Подозрительный. О, думал, сейчас гранату кину. О, это радует, друзья, что не спалил точку свою. Так, 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 вышки, вышки, вышки. Можно в грузовичок потом ломануть. Он взорвется. Хорошо. Луна, смотрите, какая красотень. Так, он походу сюда идет. Тихо, братан. Вот, офицера надо ликвидировать. Все так же. И я здесь. Это кто такой? Враг. Это враг. Просто враг. Вот здесь еще были. Нет, 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 нет. Нет, 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 нет. Блин. Он меня спалил же. Они везде. Смени позицию. Патронов-то почти не осталось. Давайте автомат возьмем. Там походу бегут, бегут красавчики. Тут я кого-то видел. Надо его все-таки. О-о-о, нет, 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 нет. Посмотреть. Убить его. Блин, может мне вообще спрятаться? А я еще за грузовичком спрятался, который взрывается, и, блин. Хорошо. Будем отсюда. Ха-ха. Валить их. Раз, два. Еще там один где-то бегает. Вот он, вот он. Давайте его запалим. Вот он. Так, ну что, братки. Надо вас убивать. Вы так и ждете? Не можете дождаться.
Хорошо. Давайте пистолет с глушителем возьму. Так. Ну что, как вот тут удобнее, я даже не знаю, с какой стороны обойти. Ну, по крайней мере, мне их видно, а они меня не видят. Вот здесь вот. Блин, это вообще опасный тип. Увидит он меня или нет? Так, 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 так. Давай, 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 давай. Не уходи. Ну что ты, касатик? Ну. Блин, сейчас кто-нибудь спалит. Конторку-то нет, вроде ходят. А, нет. Что ты, блин, твою медь? Вот так вот. Ах, молодцы, парни. Ух. Как-то я тут увлекся, да? Ладно. Записочку, по-моему, надо еще взять, да? Ага. На. Меняем на пистолетик. Ну что, сейчас попроще, может. Вроде разведку провел. Что сейчас все это будет по-другому. Потому что местность не знаешь. Не знаешь, где каждый тут поставлен. А так вот. Еще должен. Парочку, по-моему, их. Ладно. Пошел за одним, в итоге получил. Так, и тут я... Как же вот это убрать? Надо вообще его найти сначала. А, вот он, вот он. Вот его вообще не видно на самом деле. Меченый. Слава, меченый. Даже не знаю, как с ним быть, друзья. Его если только и снайперской. Хорошо. Давайте, блин, не на те кнопки жму. Посмотрим, что здесь. О, трупы. Ух ты, ё-моё. Так, что это? Дисциплина и повиновение. Генерал Франц... Не видно. Находился в Северной Африке, чтобы поддержать операции в рамках проекта «Эпидемия». Его работа имеет исключительно важное значение. Ух, ничего интересного, да? А вот с пистолетиком... Ну-ка, давайте посмотрим, что он из себя представляет. Высокая скорострельность немецкого люгера сводится на нет невысоким уроном, который он наносит. Да нифига себе. Как же так-то? А мой? Бесшумный британский пистолет предназначен для ликвидации врагов на коротком расстоянии. Ну, даже не знаю, сейчас посмотрим. Зато я откопал новое оружие. Слушайте, а здесь я был? По-моему, нет. Там записочка. А, нет, там патроны. Хорошо. Надо его валить. Хрен с тобой. Он все равно сюда смотрит. Там. Сейчас веселье устроим. Бум. Шею, да, пробил? Все, отличненько. И сейчас друзья сбегутся. Эй, ты. Давай! Блин, он... Твою дивизию. Все, спалился парень. Спалился солдатик. Вот так вот. Иди сюда, мой белый хлеб, всех перестреляю. Вот это бойня. Офигеть. Рука аж отлетела. Хорошо, я жду вас, парни. Твою медь, да что ты делаешь-то? Харакири себе сделал, в общем. Рядом кнопка находится F. Ну, я и нажал.
ей нажал. Ладно. Так, подождите. Блин, это мешки, я думал. Кто-то стоит. Ну, как-то долго на этом месте. Ну, ничего, сейчас. Сейчас все будет. Возьмем все понемножку. Гранатку. И там патрончики возьмем. О, 18, их очень мало. Давайте сначала я их помечу все-таки. Похоже, опасная бочка. Не понял. Давай. Раз, есть. Ну, два, есть. Вот он, третий. Отлично. Он, походу, сюда идет. Тихо, братан. Вроде немного, но я получаю от них хорошие затрещины. Давайте еще одного помечем. Пометим. Подождите, а где он? Я его не вижу. Вот он. Офигеть, он спрятался. Ладно. Может как-то обойти его, есть возможность. Было бы неплохо. Так, смотрим по сторонам, чтобы тут никого не было. Вот, наверное, я его сейчас и обойду. А, там еще кто-то есть, да? Смотрим. Хопа! Никого. О, отлично, я придумал стратегию. Хитрый лис. Ладно. Так. Приметим все. А потом их поодиночке выхлопнем. Вроде можно было перестрелять, но на самом деле не тут-то оно было. Еще и сам себя последний раз подзорвал. Так, если что, ему в голову бац. Давайте его обойдем. Так, держим на прицеле тебя. Блин, я не знаю даже, как его обойти. Вот так вот. Отлично. Вот, вот этого я давно ждал. Так, ничего не найдено. Вот она, та же карта. Вот это нам надо сделать. Ну ладно, хорошо. Сначала я покажу весь свой класс ниндзюцу. Буду потихоньку их валить. А, так, получится ли? Самое главное, чтобы тут других казачков не было. Вот этого надо убить. Который на верхней палубе. Он там еще бродят. Ну ладно, хрен с ними. Видите, тут все тихо. Тут даже бегать не всегда получается. Приходится вот так вот ползать, как ниндзя. Я, знаете, сегодня какую игру вспоминал? Тенчу. Мне одна в свое время очень-очень нравилась. Я не знаю, успел кто-то в нее поиграть. Офигительная была игра. Вы играете за ниндзю. То есть там реальный симулятор. Здесь убережет меня от внезапной. Что это такое? Фугас. Симулятор ниндзи. В общем, вы убиваете их тихонько. Всякими разными способами. Выполняете задания. Ну, как бы игрушка офигительная была. Можно повредить некоторые генераторы. И что-то дальше не дочитал. Но мы его вот так вот. Ой, только не падай. Эй. Ё-моё. О! Смотрите, а вот этого я не видел. Его надо пометить. Какой он, кстати. Шумный, не шумный. Подозрительный. Хорошо. Давайте еще там сделаем. И давай, 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 давай. О! Тут еще, блин, их много. Их очень много. Надо поймать вот это вот. Отлично. Нужно быть осторожным. Убить. Ну-ка, ну-ка, кто он там? Офицер же. Если солдаты видят офицера, он... О, блин. Да ну нафиг. Вот это да. Вот так, блин. Спалился, друзья. Увлекся. В общем,
будем вас отсюда выкуривать. Иди сюда, мой белый хлеб. О, я еще не убил его. Офигеть. Блин, в камень. Хорошо. Ну, отлично. Он меня, надеюсь, не видел. Готов, голубчик. Прямо в голову. Хотя я стрелял на обум, на самом деле. Смотрите, сколько. Раз, два, три, четыре, пять. Шестого я убил. Это только я видел их. Отлично, сразу же его встретил. Еее, шейщик. Ну что, фрицики. Гранатка, гранатка, гранатка! Ах, твою дивизию. Граната, блин, не кстати. Так, ну это радует. Что у нас такая сохранёлочка есть? Как там? Я не вижу. Вот так, опа, раз. Пошел. Тебя мы сейчас пометим. Ну что, блин? Или тебя лучше? На самом деле я не вижу точку вот эту вот, которая наводилась бы. Эй, хрен с тобой. Во. Офицеры, это кто у нас? Офицер, наверное, да? То есть, если они видят офицера, то солдаты лучше сражаются, да? Но вот если мы его уберем, они будут хуже сражаться. Ну что, покажите мне его. Офицер, да. Вот его-то и надо убрать. О! Касатик. Так, это что? О, винтовочка! Ес! У меня новая винтовка, друзья. Это круто. Ну-ка, что за винтовка-то? Она вообще берется, нет? Неа. Походу, нифига. Ну что? Вот отсюда? Снайперская позиция. Ха-ха-ха. Так, а что у меня тут? Генератор. Давайте вырубим его уже. Он меня достал на самом деле. Офицеришка. Опа. Винтовочку, конечно, другую. Ну что? В голову? Отлично. 100% попадание. Бах. Поехали. А теперь, друзья, ко мне придут. Иди сюда, мой белый хлеб. Еще один готов. Что-то на... А, обыщи трупы, да? Да нет, мне сейчас некогда. Блин, только бы гранату больше не кинуть. Во, нас ждут. Ага. Я тебя вижу. Вот сейчас, подожди, подожди. Иди сюда. Блин, да что такое? Не могу в него попасть, я в камень, походу, попал. Так, сейчас гранаты пойдут, блин. Надо немножко подальше отойти. Может, они... Вот здесь, встречу. Так, внизу, внизу, парни. Ага. А так вот. Меня не возьмешь. Слушайте, у меня же гранат тоже есть. Чё я? Тихо, 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 тихо! Снайпер, что ли? Ну, дает. Ух. Хорошо, давайте тут их всех зацепим. Также таким же макаром. Как-то. Вот. Мышкой тяжело крутил. О-о-о-о. Где он там? Отлично. Ну. Есть контакт. Где там еще вы? Тут еще, по-моему, кто-то ходит. О. Офигеть, я прячусь, да?
Так. Ну, по-моему, можно валить. Я имею в виду не отсюда валить, а офицера валить. Так, 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 так. А, я его не убил. А вот сейчас убил. Ну-ка. Бам! В пах, походу. Бог ты мой. Уходим, 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 уходим. Попал, нет. Давай, 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 давай. Нет, 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 нет. Парни, подождите. Сейчас я вас встречу. Просто меня не возьмете. Ага, хрен, да? Ну что, держи уже. Отлично, гранатой. Давай. Бам, прям в лицо. Супер. Пуля дура. Все, готов, голубчик. Давайте перезарядим на всякий случай. Сейчас я вас тут отделаю. За всю фигню. Ну, я его тут не встречу, друзья. Главное ждать их во всех направлениях. Типа того, видите, подкрадывается. Ну что? Попадешь ли ты мне, нет? Опять! Да что за такой? Хорошо. Давайте. Уже сделаем их. Блин. Ну что? Ну, почему не помечается? О, первый пошел. Но. Вот бы их тут двоих надо было снять. На самом деле. О, там еще один. Вот он. Так. Давай уже не будем далеко уходить тут. Перебью все равно всех. Куда ему? Легкое или сердце? Сердце прямо круто. А легкое? А как же сердце-то? Отлично! Догнал парня. Кровище. Спрячемся. Ну давай, 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 давай. Умри. Кстати. Отлично. Нет, этого не пробьем там через стенку. А вот там еще вот снайпер надо целиться. Понял. Опа! Добивать, добивать, добивать! Отлично. Ах, добиваем. Вот это война, слушай, там взрывается что-то. Вау. Это в меня они стреляли. На самом деле-то. Хорошо, еще одна граната, что ли. Вот это война. О, нет, друзья. Блин, с одного выстрела, да ладно. Хорошо. Что за, блин, напасть-то такая? Ну? Я не вижу наводку эту. Так. Да? Хрен с тобой. Ну? Этого мы не упустим. Сейчас я офицер. Оу. И этого сразу же. С плеча рублю. Ну что, попался? Куда ему? В голову, прямо в висок, друзья. Круто. Прямо же в висок попал.
Так, где-то здесь должны быть голубчики. Ой, вот они, вот они. Ну ладно. Там взрывается все. Бах. Понял. Где-то тут еще один должен быть. Ну ладно. С ним мы поговорим позже. Отлично, добиваем. Ну что, куда? Ух ты, ё-моё, там все показывает, кишечник. Да ладно, они меня взорвали. Что за такая невезучая позиция у меня? Ну, я вам скажу, это интересно на самом деле. Даже несмотря на то, что я тут проигрываю, как говорится, да? Они меня убивают. Но это все равно... Да что это такое? Давай, 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 давай. Спалился еще. Неправильно начал стрелять, на самом деле. Да что ты? Он уходит. Он уходит. Хорошо. Зато ты не ушел. Держи. Фашист, гранату. Бум. Есть контакт. Ох, не на ту кнопку опять нажал, да что ты? Я не знаю, пробью, нет? Ну, придется его как-то выкуривать, что ли. гранатка! Хорошо. О, вышел. Бам. Добивай. Добивай, в пах, походу, попал. Бум. Да, да, друзья, мы его сделали. А сейчас уже... Попаду, нет? Давай, добивай его. Повышение званий, круто. И что это мне дает? Прячься. Фугас. Ну, как бы нет. Так, ну сейчас-то я вас уж надеюсь буду ждать и перестреляю всех. Граната там! Офигеть! Блин! Вот так, да, значит? Так, давайте не будем спешить. А то я тут... Ну, братан. Ну? Наконец-то. Твою дивизию. Спешу, наверное. Давайте вот этого уберем. Кто меня достал, маячит. Он, видите, он двигается, а тот никуда не выходит какое-то время. Если я его сейчас... Бам! Ах, кровищи! Иди сюда, мой белый хлеб. Добивать его надо. Нет. Я его так же не добью, блин. А нет, походу убил. Ладно. Гранаты пошли. Ну ладно. Сам свои гранаты, что ли, взорвался? Похоже на то. Похоже на то. Блин. Нет. Что за... Я в первую, во вторую часть очень так хорошо играл, а тут... Не с привычки. Так. Вот сейчас вас и поймаю тут. И тебя поймаем. Бам. Нет, смотрите. Упустил все-таки. Но.
Нет. Не попал. Плохо. Перезарядочка. Беги, 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 беги. Беги нафиг. К чертям собачьим. Давай. Сюда. Хлопушечку кинем. А, не попал. Но. Отлично, добил. Ну, это радует. Он уж подлетел, блин, бедняга. И тебя вылечим. Хорошо. Ну, блин, придется вот так делать. Гранатку ему. Бабах! Так, меняем. Что, парни, блин, не ждали? Черт побери. Фашисты, блин. Ну. С одного выстрела. Это что за... Как же так-то? Первый раз у меня такое. Но видите, мы играем на самом сложном. А нафига? Одного раз. Ну, сейчас быстренько. Оо! Я ему в гранату, походу, попал. Убил? А-а-а, жив еще, смотрите. А, все, он умер. Ладно. Умер, это хорошо. Иди сюда. Тихо. По-быренькому. И вот так вот. Тебе даже целиться не стал конкретно. Вау, пуля улетит. И куда? В голову. Класс. Даже каски не помогают. Ну, в принципе, да. Ну что? Добивай, давай. Ну что такое-то? Там еще, видите, мушка сама отводится. Как бы баллистика более реальная. Так что испытываю я проблемы. Вот так вот. Блин. Вот это бойня. Нет, больше меня не возьмешь. Я знаю, что вы с одного выстрела можете завалить меня. Проезжал я это уже. Держи. О, нет. Ёпарасте. Так, ну нафиг. Может еще? Держите, парни. Блин, ну серьезно тут. Убил я его, нет? Он меня сейчас обижит. Но вот это точно хочет нарваться. Вау, и патроны кончились, блин. Беги, голубчик. Смотрите, ждет же. Козел. Он меня убил. Гранатой. Давай. Я не убил. Yes. А так бы, знаете, труп бы был. Что, сколько еще там их? Даже страшно на самом деле. Перестрелял вас всех. Скотов фашистских. Еее. По-моему, там еще кто-то бежит. Ну хорошо. Патроны. Да умри ты, нафиг. Три патрона. Твою дивизию. Ладно, хорошо, понял. Так, где у них автоматы тут? Автоматы. Да, придется издалека их валить. Патроны закончились, так что будем по-другому действовать. Эй, давай.
А где тут трубчики-то с автоматом? А, офигеть, он меня опять застрелил. Да что же вы? Смотрите, их сколько много тут. Шикарный бой на самом деле. Сразу же его. Да сдохни ты уже. Он умер, нет? Да, он умер, а я что-то заигрался на нем. Давай уже. Отлично, вышел парень. Покурить. Бам! Все, отлично. Теперь уже... меня не взорвут, надеюсь? Подождите, парни. Есть контакт. Так, встречаем. Гранаты. Ну сейчас побегут. Так, везде их надо ждать. Давай сюда. Не хочет он. Блин, не знает. Убил? Убил. Одного непомеченного, кстати. Хорошо. А так вот. Добивать нет. Труп. Труп. Там еще ждет меня, смотрите. Держи подачку. Красотень. Еще этот фраер. Автомат. Непомеченный, да? Отлично. Досталось тебе, да? Так. Снайпер, походу, хороший. Ну что? Готов? Нет! Промазал. Ну, блин. Вы даете, парни. Как ты знал, что я гранату брошу? Нет, ты не знал. Еса. Сколько вас там еще? Получится у меня сэкономить патроны. Что он не обыскивает его? Есть. Сейчас побегут на меня. Давай, перезаряжай. На самом деле. В движении. Да. Ну что, тут еще много кого. Надо убить. Нет? Ха, я жив. Блин, даже не верится. Ну пока не будем, а то сглажу еще. Надо дойти. А я не помню, что сделать надо. Обыщите офицеров. Есть. Слушайте, я уже очень долго играю на самом деле. 50 минут. О, еса. Мины. Мины нужны будут. Так, он жив? Хорошо, обыщем тебя. Надеюсь, сохраняет. Разведданные, yes. Так, отлично. Отлично, друзья. Я это сделал. Ну что, давайте на этом я закончу, потому что я, блин, целый час тут играю и... Не думал, что столько потратится у меня времени на нее. Не, игра классная. Раз. Два. Но я боюсь, что у меня не хватит места на флешке, и тогда будет трандец. Я без прощания с вами,
как говорится. О, нет, 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 нет. Давайте я их уберу все-таки. Держи, прежде чем ты меня заметил. Ну что? Убегает, убегает. Убегает. Хорошо. Получится у меня. Там еще один, кстати, должен быть. Опа. Держи. Всех убью. Ну-ка. Что там, с гранатой, нет? Пару патронов, блин, а я тут... Бам! Ну просто круто, друзья. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. А что у меня с автоматом? С автоматом все плохо, да? Может, мне дадут патроны, нет? Хорошо. Где, где тут, что тут? Ну-ка, ты мне что подаришь? Блин, я увлекся действительно этой игрой. Так, 10 патронов, друзья. Это круто. Что здесь? Так, мне вот сюда, да? В общем, ладно. Даже не знаю. Я охота закончить, но я говорю, у меня может места не хватить. Так что, знаете, давайте лучше рано это все закончим. Потому что еще двух офицеров надо убрать. В общем, друзья, всем спасибо, кто меня смотрел. С вами был Михаил. Серия получилась длинная, но мне понравилась вот эта битва сама, особенно, где я не мог убить офицера. Точнее, я его мог, но потом выжить не мог. Всем спасибо, кто меня смотрел. Комментируйте. Пальцы вверх. Всем пока, друзья.